Всем привет, дорогие друзья! Вот поступил такой интересный вопрос. Как летом коптить рыбу, да, холодным копчением, когда температура на улице плюс 30, а мы знаем, что рыбу нужно коптить как бы до 35 максимум, но лучше в радиусе 25, так как белок рыбы начинает сворачиваться, и уже как бы у нас не холодное копчение, а такое полугорячим, да, назовем. А, смотрите, сейчас вечером температура вот 23 у меня в камере. Получается, ночью я буду коптить, утром буду выключать. Здесь при копчении в районе 25-26 градусов будет. Днем просто рыбка отдыхает, ставим сетку, включаем вентиляцию, конвекцию, и рыбка у нас отдыхает. Вот так она висит, отдохнула. Сейчас опять включаем на ночь, и рыбка будет спокойно у нас коптиться.